уважаемые коллеги, сегодня у нас прекрасный повод для нашей встречи. Мы сегодня поговорим по поводу научно-практической конференции под названием «Избранные вопросы кардиохирургии и интенсивной кардиологии», которая посвящена десятилетию кардиохирургической службы окружной клинической больницы. Ну и прежде чем мы начнем, я предложу представить наших гостей. Главный врач Ханты-Мансийского автономного округа и окружной клинической больницы Сергей Ильич Добровольский. Руководитель группы миниатюрной хирургии клапана сердца медицинского центра имени Рабина Талевит Израиль Рам Шарони. Заведующий кардиохирургическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа и окружной клинической больницы Ханты-Мансий Сергей Андреевич Стефанов. И заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Прохор Игоревич Павлов. Но действительно,